Итак, на ремонте часы, в данном случае часы Next. Поломка стандартная, не идут. Это часы кварцевые, поэтому для того, чтобы отремонтировать, необходимо снять заднюю часть, но здесь нет такой специальной ниши, чтобы поддеть и отковырнуть. Поэтому берем такое лезвие, поддеваем по всей поверхности. Тут такой даже выступ есть по всей поверхности. И вот таким движением поддеваем. Ну, собственно, все. Теперь открылась возможность поменять батарейку. Батарейка в данном случае называется AG0. Покупаем батарейку в магазине и меняем на новую. Иголочкой поддеваем просто. Вот такая батарейка. Вынимаем, потом ее просто вставить на место и все. Здесь от качества батарейки зависит, любая будет идти, но от качества будет зависеть, как долго она будет. Хватит то ли на полгода, то ли на год. Покупайте по выбору самую дорогую, какую сможете найти. Ну вот таким непростым, несложным способом можно решить заменой батарейки, решить кардинальную проблему. Часы не идут. Итак, у нас есть батарейка AG0, как раз та, которая нужна в эти часы. Так получилось, что сначала я купил батарейку, она оказалась не та, это AG4. Другое ее название 521, LR 521. У AG4 2024, а тут 521. Обратите на это внимание, потому что я сначала купил батарейку, оказалась не та. Навелось оно или нет. Значит, ну все остальное очень просто. Просто вставляем батарейку, и часы снова будут как новые. Вот так. Вставлять крышку обязательно, вот здесь есть прорез, это под вал механизма подводного, подводить стрелки. Клац, все. Часы идут, секундная стрелка двигается, и у вас есть снова работающие часы. Это просто, каждый может это сделать. Другое дело, что, может быть, каждый не решается, не все решаются, потому что думают, что это сложно. Вытащил, вставил, закрыл, и у вас работающие часы. Повторяйтесь, подписывайтесь на канал, всегда сможете увидеть много интересного по ремонту, по простому, как сложные задачи решать простыми инструментами и простыми способами. Всего доброго, увидимся на канале.